Всем доброго времени суток. Вот самурайчик. Самурайчик у нас спит на улице. Он у нас не заходит в вольеры. Вот. Он здесь спит. На креслах. Так, сегодня у нас 10 апреля. Вот видите. Сейчас покажу. 10 апреля, понедельник. Время 6:15 утра. Пойдемте, я вам покажу, что у нас происходит каждое утро в вольерах. Глазами Ювеналия, как говорится, потому что у нас Ювеналия каждое утро просыпается. Я хочу, чтобы вот неподготовленно заснять и вам показать, что творят борзы, что творит Хомочка и Гравчик. Ну, старшие они у нас не ходят в вольеры. Так, выпускаем на прогулочку. Доброе утро, мой маленький, доброе утро, доброе утро. У нас, так, все, граф, не прыгай, не прыгай. У нас или в 5:30, или в 6 утра прогулочка первая, утренняя. Ну, у графчика, смотрите, все аккуратненько, все чистенько. Да, привет, привет, маленький, потягушки, привет. Что думаете, хороший, мышленький? Все. Все чистенько, все аккуратненько. Сейчас проветрим, прогуляется, побегают и кормить будем. Вот, соскучился, соскучился. Пойдемте к малым. А то некоторые говорят, что я красивые картинки выставляю. Но это недалекие люди могут сказать, потому что у кого собаки, они понимают, что как бы ты их не выгуливал, они у нас целый день на улице. Целый день на улице гуляют. Но как бы ты их не выгуливал, все равно они могут пойти в вольер, потому что еще большинство у нас щенят. Так, вот, посмотрите, как они высовываются. Вот сюда. Лорд, леди. Лорд, леди. Так, мы оставляем вот такой зазор, чтобы проветрилось. Вот они, вот они. Ух ты, ух ты. Вот минное поле. Вот они. Я прошу прощения за такие кадры, но это естественно. А что естественно, то не безобразно. Запашок, конечно, тоже есть. Вот, смотрите. Минное поле. Фу, граф, нет. Что мы делаем? Что мы делаем? Вот видите, со всех сторон. Вот у нас. Сейчас я вам продемонстрирую. Это все дело Ювеналия. Но если я пораньше встану, это было не то, что пораньше встану. Если я... Сейчас, секундочку. Мы просыпаемся плюс-минус в одно время с Ювеналием. Если я пораньше встану и буду выходить, я тоже. Но это редко бывает, я вам скажу, как здесь. Граф, ну обязательно надо было здесь, граф. Ну, бесстыжие ты. Вот так. Ну, у меня такой сам. Нет, лорд. Нет. Нет. Вот видите, вот лопаточка. Нет, лорд. Сейчас я уберусь и все покажу. Неудобно камеру. Пока я убирался, убирал их сокровища, маэстро проснулся. Маэстро! Доброе утро! Хотел, дорогие друзья, все сделать без Ювеналия, но, видите, я вам говорю, мы плюс-минус просыпаемся одинаково. Только я просыпаюсь, начинаю делать зарядку и заниматься рабочим моментом, а Ювеналия сразу выходит к ним. Он говорит, моя зарядка, Олег, вот, видите? Все с утра убрали. Маэстро, подержите, пожалуйста, я людям продемонстрирую, как вы работаете. Ну, и иногда я... Вот у нас ведерочко. Мы его выжили. Сначала убираем вот эти места, где они нашкодили. Убираем, а потом полностью Ювеналии промываем тут полы. Вот именно бомбочки. Конечно, не пописили, не без этого. Но умные люди, люди реально любители своих питомцев, они этим не брезгуют. Когда мы заходим с Ювеналием, Ювеналий иногда любит по утрам все это снимать и отправлять Вики каждое утро. Это к деньгам, понимаете? Чем больше какашек, тем больше денег. И когда твои собачки ходят в туалет, и смотришь, что все хорошо, на душе становится намного спокойнее и хорошо. Вот таким образом начинается наше утро. Маэстро, можно возьми, я пойду к Хомочке. Вот они невинные, сидят они в субботе. Они вообще ничего не наделают. Вот да. Они.
Они, вообще... они думают не про них сейчас. Да. И когда вы спрашиваете, откуда берется энергия, вот это все колоссальная энергия. Сумасшедшая энергия. Вот они, моя энергия. Вот энергия передается. Видите как? Вот энергия передается как. Все, наблюдайте. Наблюдайте, а мы пойдем в аллею Хомочки. Дорогие друзья, теперь идем в Хомочки. Вот она, девочка выбежала. Хомочка. У него уже двух... Юнар, включи, пожалуйста, свет. У него уже двухкомнатная. Это спальная зона. Это у него столовая. Это у него кухня. Хомочка, пойдем посмотрим, что ты натворила. Это холодильник для меня. Это холодильник, кухня. Я и говорю, это кухонная зона для Хомочки. Все чистенько, все аккуратненько. Вот видите. Но, еще раз повторюсь, бывает так, что и Хома ходит, как есть. Вот у нее водичка. Вот дайте я пошевелю, чтобы вы посмотрели. Вот видите, водичка. Это для еды, дорогие друзья. Смотрите, пожалуйста, внимательно, когда комментируете ролики. Все, у нас все чистенько, все аккуратненько. Молодец, девочка, молодец. Так, старшим, пойдемте к старшим покажем. Ты че, ой, как он в стойке стоит, обратите внимание. Ой, ты красавчик мой, красавчик, как он в стойке стоит. Да посмотри, посмотри на леди. Так, ну что, пройдемте. Хотел быстро про, без ювеналя, но, видите, не получается без ювеналя ничего. Доброе утро, мальчики, доброе утро. Доброе утро, доброе. Ханчик сходил? Не сходил. Все аккуратно. Босик сходил? Не сходил. Да не ходят они, они взрослые. Вот водичка, пожалуйста, одного, второго. Да, ювеналя сразу и выводят за пределы дома. Привет, привет, дорогой папа. Так, или все аккуратно, чистенько. Вот их будочки там. Босика, будочка. Им комфортно. Не маленько, неудобно. О! О, босса, больше будка. Все. Ну, дорогие друзья, вы знаете, что у меня запланировано все. Повторяться не буду. Вот утро начинается вот так. Большинство шкодят маленькие. Ну, они и для того маленькие, не удерживаются, хотя весь день на улице, весь день бегают, гуляют, играются, но все равно, видите. Вот он, выбежал, пробежал. Пойдемте посмотрим, как Босик гуляет. Уже невозможно ни одну калитку, чтобы вы понимали, оставлять открытой. Босс выбегает. Нет, нет. Вот они. Вот они. Ой, какое утро хорошее. Площадка наша готова. Сейчас возле нее выкапывают. Я думаю, что компания закопает провод, который идет по поверхности. Сейчас пойдемте покажу. Вон ювеналь вышел на нижнюю площадку прогуляться, чтобы они не сходили внутри. Сейчас дойдем до них. Каждому, которому разрешаем прийти на площадку, почему я так говорю разрешаем, может это грубо звучит, но не каждый владелец своего питомца убирает за собой. Ну, у нас стоит видеокамера, мы все наблюдаем. Вот утро, обратите внимание, поле чистое, аккуратное. Много народу приходит с поселка и не с поселка сюда заниматься своими питомцами. Благодарят, очень счастливы. Вот, видите, раскопали вокруг. Сейчас все сюда закопают, спрячут и будет аккуратно. Я попросил побыстрее это все сделать. Вот такое у нас утро. Утро дождливое. Ну, я и говорю, у погоды нет плохой погоды.
у природы, прошу прощения, нет плохой погоды. Утром бойчик сходил вниз на нижний план. Быстрее. Молодец, Ханчик, давай. Ай, молодец, мальчик. Как он красиво бегает. Ай, хорошо, мальчик. Ты, ножичка восстановилась. Бочка, давай. Ювеналь, давай на зарядку. Ювеналь, давай. Вот у Ювеналя какой спорт. Вот у маэстро какой спорт. Маэстро, ну в тапочках кто на спорт уходит? Маэстро. Где твои модные кроссовки? Открывай загонник. Кроссовки всех могут бегать. Все, видите, что Ювеналь сказал? В кроссовках все умеют бегать. Так, я этих тоже загоняю, Ювеналь. Так, давайте загоним малышей. Вот так у нас утро. Самое главное начать бодрое утро, дорогие друзья. Позаниматься, побегать с питомцами. Вкусно. Быстро на площадку. Ювеналь, открой дверь. Самурай. Почему я утром кричу? Ну, не то, что кричу, а громко говорю, потому что у нас нет соседей, дорогие друзья. Тут только мы и мы. Видите? Сейчас я, Ювеналь, Хома найду. Хома! Где она? Что-то, наверное, хомячит. Хома! Самурай! Хома! Где-то она заныкалась. Хомочка! Самурай. Кость грызет. Нет, ее где-то она, ну, где-то играется. Территория тоже не маленькая, поэтому сейчас по всей не буду бегать. Ворота открыты, пусть выбегает и забегает. Хома! Хом! Нету ее? Не. Не, где-то бегает. Сейчас прибежит, сейчас ворота открыты. Слава, вот сегодня я поеду, я где-то в 10 утра поеду на работу. Тоже покажу, где я работаю. Я, кстати, вам показывал офис. Кабинет рабочий, вам покажу еще, как выглядит. Давай. Самурай кушает там. Ювеналь, дай какую-нибудь игрушку там есть, когда поищешь. Вам покажу здание. У нас очень красиво в офисе. Очень красивое здание. Офис не у меня в собственности, он в аренде. Именно кабинет. Рабочая площадь. Нет. Ну куда ты открываешь-то? Вчера открылся и убежали. Щеколду надо сделать сюда. Ну видите, здесь неравномерно. Поэтому будем думать, как делать щеколду. Вот видите, рука, зазор. Вот так сделано. Давай. Побегай. Нет, граф. Придурок, а. Ну как же с ней? Я не знаю, успел заснять или нет. Ну конечно, лорд граф выбежал, и тебе надо, да? Как он любит свой. И вот пискляю. Че ты пищишь? Ага, конечно, леди. Ты что, думаешь, самая умная, что ли? Так, это коврик. А, это, наверное, вчера люди молились здесь. Вот, Ювеналий сразу нашел их. Отойди. Давай. А где она спряталась? Пусть бегает, Аня, Ювеналий, ничего страшного. Закинь, пожалуйста, пару игрушек, Ювеналий, сюда. Да ну что такое, граф, ну задолбал уже. Да, это. Посмотрите, сейчас он откроет, смотрите. Ты чего? Смотрите, что он делает. Да я засниму, как он. Не хочешь, да? Отойди, Ювеналь, пусть откроет. Смотрите. Посмотрел Ювеналия, нет? Смотрите. Самое главное, чтобы босс не выбежал. Посмотрите, он внимательно наблюдает. Меня не видит. Ага, конечно, сейчас. А ну попробуй только. Утренняя прогулка. Посмотрите. Ну, нет. Видели? Лордик, ну что ты пишешь? Утренняя прогулка у нас длится около часа. Потом прием пищи. Сверху перекинь, Ювеналь, сверху закинь сюда. Вот это через решетку закинь, они будут бегать. Только
Давай. Ой, хорошо. Ай, хорошо, Хомочка. О, Хан уже забрал, да? Да, Ханчик уже молодец. Ой, хорошо. Ой, молодец. Привет, бочка, привет. Малышня играет. Эй, давай, на тебе тоже большой. Молодец, Графчик, молодец. Бой, вожак рядом со мной. Ой, хорошо, ой, хорошо. Да. У всех есть. Чтобы не дрались. Дорогие друзья, самое главное, как вы утром зарядите своих питомцев. То есть не пассивно так позвали себе на коленки, погладили, сказали, какой он хороший, он и так знает, что вы его любите. Главное утром зарядить правильно. Я говорю, Ювеналя любит, как-нибудь постараюсь заснять, когда он на молдавском заходит в вольер, и там везде бомбочки. Не могу уловить этот момент, он так это сладко, красиво говорит, что хочется заснять. Он говорит, заходит, захожу, говорит, везде минные поля. Но, говорит, как они подойдут ко мне, говорит, я про все забываю, говорит, как они спорят. Смотри, они все выходы ищут выйти, Ювеналь, видишь? Смотри, нюхай, особенно этот стрекоза. Ай, молодцы! Ай, молодцы! Маэстро, подержи, пожалуйста, экран, я сейчас чуть-чуть с ними поиграюсь. А что ты в перчатках не берешь? Возьми перчатки. Сейчас я... А у меня сейчас прогулка, зарядочка, душ и на работу. А ну давай, давай, давай. Ай, баля. О, наш лордик. Ай, баля. Ай, баля. Ай, баля. Граф, ну куда ты мне руку? Олег, смотрите на лордик, что делает. Да, вот они. Вот. Сейчас я у них тоже. Давай, давай, да, да, да. Да, держи. Держи, держи. Вот, вот моя зарядка энергии. Так, раз, два, три. Ай, молодцы. А что вы эту слабую взяли? На, на, хума, хума, хума. На, отдай, отдай. Опа, стрекоза. Смотри, что делает стрекоза. Я как цапли не признали. Хомочка нельзя. Ой, Хомочка. Видел, как Хома побежала на нее? Хома нет. Пойдем. Да, возьми. Хома думает, только она должна играть. Возьми. 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 Ты мой чемпион, ты моя королева, чемпион. Пойдем, пойдем, пойдем. Ай, молодец. А ну гони, вот. Вот гони. Ой, господи, что творят, а? Леди Графа защищает, что я не могу. Да, 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 ревнует. Леди ревнует, тоже на Хома. Куда ты канат маленький лезешь, а? Ой-ой-ой. Что случилось? Ничего не случилось. Посмотри, аферистка, посмотри. Это аферистка еще аферистка какая. Посмотри. Смотрите. Поля на всех позвала, смотри, смотри. Посмотрите, какая аферистка, я таких не видел. Смотри. Сейчас станет, побежи, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. А это аферистка, ух, какая она хитрая, а. Типа Хома ее укусила, она развалилась, пожалейте меня. Типа ей больно, да, Ювеналь? И вот она бегает, смотрите. Да, я такого не видел еще. Да, да, пожалею. Какая она хитрая. Давай, я тебе тоже пожалею. Давай, давай. Вообще, Хома, я тоже стою, смотрю, Хома вообще не прикоснулся. Как она паниковать начала. Истинная дама, Ювеналь. Типа ее укусили, пожалейте, характер, да. И опять лезет, смотри. А, не, уже не полезла к ней. Вот, хорошо, пускай знает.
Хомочка, достаю тебя, да, девочка. Ну не играйся, да, да. Молодец, Хома. Молодец, девочка. Молодец. Дорогие друзья, вот так начинается у нас утро. Бодрое, хорошее. Любите, цените жизнь, любите своих питомцев, родителей, детей, и все будет у вас хорошо. Кто? Она опять в Одинцово? В сторону Одинцова. А, да, босс в Одинцово, да, в сторону Одинцова смотрит, смотрите. Смотрите, он думает, как же мне вырваться с этого курятника, да? Одни цыплята, одни цыплята. Боська, а, Боська? Лорди превратился в зайца, посмотрите, как он прыгает. Смотрите. Опа, ой, ой, молодец. Ой, молодец. Прошу прощения за резкие движения видеосъемки. Это лордик так бегает. Королева держит лапу. Якобы у него лапка болит. Смотрите, сейчас она в моменте побежит. Обратите внимание, когда ей станет интересно. Королева. Смотрите, смотрите. Сейчас она. Ой, лордик, молодец, научился он, смотри. Ой, Семурачик подключился. Давай, Семурачик, давай. Хома все грызет. Палевые сидят возле выхода. Жду, пока она побежит, чтобы посмотреть. Внимательно наблюдает на старте. Сейчас рванет. И что? Ой, смотри, а с ханчиком играется ювенал, смотри, Хома. Тягает, смотри. Да, не сильно медленно. Смотри, как она его тащит. Ни с кем Хома не тягает, на всех прыгает. Ну, так, Хомочка, азартница моя. Где бузька? Думаешь, лётки? Защищай свой ставь, да, защищай. Защищай свой ставь. Да, думаешь, лётки, мальчик. Мой умный самый мальчик. Куда ты опять залезла, а? Куда ты опять залезла? То ему в одно место лезет, то к ним. Смотрите. Босс, нет, только не ругайся, она маленькая. Босс, ну пожалуйста. Ой, ханчик забрал. И типа у нее лапа болит, 12. Смотри, ну ты что за лиса, а? Не, уже Хоми не полезет. Молодец, граф. Молодец, молодец, мальчик. Нет, нет, лорд. Не, пускай, сейчас я пойду. Нет, он хочет съесть. Лорд, нет. Я-то понимаю, конечно, пускай, но чтобы он не съел. Что у них за привычка, если не уследишь, могут съесть то, что... Вот, вы поняли. Натворили. Да, то, что натворили. Сейчас встану. Да, иду, 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 Юна. Иди обратно. Они за мной. Ну вот у нас после прогулочки нормальные, естественно. Обратите внимание. Я никогда на это не нервничаю, ничего. Нет, граф, нет. Потому что это нормальное явление. Я нашел выход с положения, чтобы он не открывал. Вот эту штучку снимаю. Маэстро, нашел выход. Вот. Вот это с собой забираешь?
А, и все, да? И все, больше никаких ничего делать не надо, видишь? Как? Вот, нет, вот эта сторона, бери с той стороны. Видишь, как я включил мозги, как говорится. Чем щеколду делать все. Не, Юнай, вот эту штуку длинную. Я знаю. Да. Вот и все. Отойдите, отойдите. Даже можно на замок не закрывать у меня. Нет, ты когда открыл, надо было снять тебе ее с собой. Ну она как этот секрет. Или с этой стороны, да. Да. Наш волшебный мешочек, где мы собираем наше золото. И лопата для золота. Да. Да, пока они хорошо не нагуляются. Кормить их не будем. Пусть набегаются, наиграются. Ночную, как его, за ночь энергию выбьем из них. Ну, в хорошем смысле выбьем из них. То есть потратят, затратят они эту ночную энергию. Набегаются. А потом уже кушать и отдыхать. Ух ты, лордик. Вы обратите внимание, пожалуйста, на лордика. То, что он разыгрался, уже ничего не боится. То есть это общение мое, Ювеналия. По отдельности мы его приглашали, обеседовали, общались с ним. Социализация, прогулки. То есть, что я имею в виду, что я хочу этим сказать, что все собаки изначально чего-то боятся, чего-то шугаются, потому что они не видят этот мир. Не видели, их надо знакомить с этим. А когда ты с ними познакомишь, с этим миром, полностью объяснишь ребенку, что все хорошо, не бойся, мы рядом. То есть, любая нормальная собака, любой нормальный хозяин, вернее, прошу прощения, это будет делать, и у него проблем с собакой не будет. И не только собака, я думаю. Красавцы. Красавчики. Ну все, время пришло кормить и собираться на работу. У Хомы и Евграфа начались игры. Но на это я могу смотреть вечно. Вот так, чтобы вы понимали, я опаздываю иногда по делам. Но это шутка, конечно. Я пунктуальный человек. Думаю, с кем встречался, о чем договаривался, все это уже поняли, что я люблю пунктуальность. Как многие говорят, ну а что здесь такого? Владимир Владимирович тоже частенько опаздывает. Я говорю, ну вы дорастите до уровня Владимира Владимировича и потом тоже опаздываете на встрече. Люди сразу себя сравнивают... Ой, красота. Люди сразу себя сравнивают с такими людьми, как президенты, академики, профессора. До этого надо дорасти нам, чтобы сравниваться с такими великими людьми. Ну как вот оторваться и уехать? Вот объясните. Ага, стрекоза опять голову засунула. Посмотрите, как питбуль играет с борзым. Вот, посмотрите, где вы такое видели? Два кобеля. Тут-то не сглазит. Обожает лордик графика. А график лордик, а ты мои маленькие. Хома, ну хватит все, Хома портить. Хома, ой, как хорошо. Ой, как ему нравится. Как он любит графа, Ювеналь, лордик. А граф его любит. Посмотри, посмотри на это, посмотри. Посмотри, посмотри, как он вообще любвеобильный мальчик. Со всеми играется. Надел, видишь, на Хома, видел? Надел. Ожерелье одел на Хома. Дорогие друзья, это не грязь. О, видите, как раз я сказал, надо тряхнуть. Это не грязь, это такая пупырышка, резина, чтобы им было мягко. Ай, молодцы. Хомочка, съесть хочешь, да, девочка? Тебе есть нечего, да, малышка? Ну не грязь. Зачем ты портишь? Зачем ты портишь? Зачем ты портишь? Зачем ты портишь? Дай, я тебе покидаю. Дай, покидаю. Хомочка, возьми. Ой, Ханчик. Ну, привет. Стрекоза, ты крашена. Да я не крашена. Лордик приревновал. Лордик что-то духовитым стал, знаешь? Что-то он уже, да, такое, все, хватит.
А где он? Я не вижу его. Ой, большую взял, уже начал. Нравится ему пуллер, нравится ему пуллер. Ой, ты маленький. Ой, малыш, ой, молодец. Сколько, Юна, час уже гуляем? Где-то часик, да? Надо же их кормить, да, надо. Хома, Хома! Опять же свое? Она любительница гонять, чтобы вы понимали, она, все игрушки принадлежат только Хоме. Никому нельзя играть игрушками. На всех огрызается. Вот, классно, да, ручку придумали, Юна? Все, уже никаких щекол не надо. Щеколды тоже, они то вставляются, то не вставляются. А так, оп, и все. Закрыл ручку, снял и ушли. Все, вспомнила про лапу, смотри на это. Все. Все. Вот, смотри, тоже все, всех научили. Все питбули у нас, Юна. Все, кроме графа. Кроме графа у нас все питбули, чтобы вы понимали. Все трепят. Пуля таскает, только графу все равно. Айма. Не, граф тоже иногда вспоминает, что он питбуль, Ювеналь. Иногда. Иногда думает, да ёшкин кот, я же питбуль, да. Я же питбуль, а. Ты мой красавчик. Иногда не забывай, да? Ты мой красавчик. Сейчас начнется. Сейчас начнется, смотри. Сейчас начнется. Давай, давай, начинай, артист. Гагига, смотри. Без черники. Так и должно быть, скажи. Так и должно быть, скажи, да, малый? Смотрите-ка на его взгляд. Хорошо ему. Ой, самурай борзой стал. Смотри, смотри. Ой, самурай малый. Ой, как, ой, какие бега у нас. Дорогие друзья, ставьте ставки. Мы принимаем ставки. Лошадиные бега у нас. Самурайчик тоже похудел. В норме, скинул лишний вес, который у него был. Да, у него был лишний вес. Пока я поехал в командировку, приехал, у самурая лишнего веса не осталось. Самурайчик, уже фигура появилась. Да, а то такой, как этот, знаешь, взрослый мужик живота. Что она там? Вот она до всех докапывается, вот я не могу понять, что я не имею. Вот смотри, что там мальчик делает. Давай, самурай, первый раз, да, пуллер таскает? Он же не таскал пуллер до этого, не видно? Нет, таскал, вот такие маленькие, это большой. Большой не таскал? Нет. Дорогие друзья, у нас все собаки стали одной породы. Он не вставил, да, аккуратно сложил. Молодец. Молодец, самурай. А, значит, именно, надо его отдельно выводить, его, чтобы он игрался. Молодец. Не давай, не давай. Молодец. Давай, 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 давай. Ханчик забирай. Ханчик забирай, Сумирай. Ой, так. Привет. Привет, лордик. Ух ты, он уже понравился самураю. Это очень хорошо. Молодец, мой мальчик, молодец. Ты лордик? Слушай, они практически уже с размером графа становятся. Да, да, да. Опять и дерутся сразу, и дерутся. Вот так самурай ей дал. Молодец, молодец, ой, молодец. Молодец, Юна, он к тебе несет. Молодец, умница. Молодец, вот. Они у нас цирковые. Да, они артисты, артисты, Юна.
Я тебе говорю, невозможно уехать. Вот это оставить уехать невозможно. Но он первый раз так играет, Ювеналь. Ты представляешь, если он тоже запоет, Ювеналь? Я с ума сойду, если он тоже начнет петь. Да не, они могут, но ему лучше не надо. Слушай. Маэстро, давай кормить. Давай загонять их домой. Я босса возьму. Давай, подожди, за... Сейчас я его возьму. Давай. У меня есть это. Да? Давай, я сейчас открою. Сейчас посмотрите, как они бегут домой. Нет, граф, нет. Босса взял ты, Юна? Все домой, все. Домой, 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 домой. Быстро, 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 домой. Давай, домой, домой. Давай, 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 давай. Давай, вот и все. Сейчас быстро закрываем ворота. Вот у нас закрываются ворота. И все. Молодцы. Сейчас их всех по вольерам и покормим. Все уже помыто, чисто, аккуратно. И ждет завтрак. Вам хорошего дня. Позитивного, мирного неба вам над головой. Бог в помощь. Мы поехали дальше. Дорогие друзья, даже у офиса находятся зверюшки. Обратите внимание. Кстати, кто знает, где находится, напишите в комментариях. Видите, вот такие зверюшки. Так и не могу понять, котики это или кто это. Давайте я вам так все покажу. Кабинет уже показал, сейчас покажу снаружи. Вот такая красота. Бронзовые. Пойдемте. Смотрите. Проходной пункт. Как тут красиво. Напишите, кто знает, где находится. Вот так только сниму. Красота, высокие потолки. Потихонечку все вам показываю, потихонечку. Вот наши и барашки у нас. Что хотите, видите? Где я, там и животные. Вот такие красавчики. Медные барашки. Настоящие овчины. Люблю животных. Вот видите, все с животными связано. Это, наверное, динозавр. Где я, там и животные. Без них никак. Оп, телефон не упал. И вот тут, видите, и мультики. Сейчас заходим в лифт. Какая красота. Любуйтесь, наслаждайтесь. Дорогие друзья, параллельно, пока я ехал на работу, я получил костюмы, те, о которых вам говорил. Пока пришел один экземпляр в зеленом цвете, потому что фабрика не шьет единичные экземпляры, фабрика шьет большую партию. Заходи, дорогой. Вот зеленый цвет полностью. В зеленом цвете, почему в зеленый цвет мы использовали первое пробное, потому что по опросу в Телеграме многие проголосовали про зеленый цвет, поэтому мы испытаем зеленый цвет. Приблизьте, подойдите, пожалуйста. Вот здесь вышивка. Это также идет вышивка. Видите, правда? Но уже с первого же момента мне не понравилась надпись, потому что она находится близко от портрета графа. Мы его чуть приотпустим на 2 сантиметра. И шрифт надписи «Граф Балас» скорее всего сделаем увеличенно. Не хочется делать, как раньше было, на всю. Поэтому мы сделаем по размерам. Спустим на 2 сантиметра, и надпись будет идти отсюда. Это первое нарекание, которое я уже заметил. Качество отличное, по мне. И не забывайте, дорогие друзья, цена-качество. Можно, естественно, сделать спортивный костюм, ши, который будет стоить гораздо больше. Но хочется сделать, комфортное, уютное,
И в это доступно. Зеленый цветет. Вот мы его вывернем, покажем вас. На теле очень приятно должно быть, но пока мы его не испытывали, испытывать будем вместе с вами. Получается костюм на сезон весна, лето и середина осени. Если все будет хорошо, то мы будем и осенние, и зимние без проблем. Никаких проблем не вижу в этом. Главное желание, и все это делается для вас. С капюшоном. Вот так вам покажу поближе. Вот капюшончик. Ниточки специально должны быть под цвет. Не люблю, когда зеленый костюм, там синие нитки, или белые, или черные. По мне это не очень. Штанишки. Костюм М размера. Получается оверсайз. Также я его соберу с работы, повезу домой. Попробую Анну продемонстрировать, как на ней будет смотреться костюм. Дальше наблюдайте за нами, и все будет хорошо. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, еще раз повторюсь, Виктория была все это время у нас, просто мы не снимали, готовили к выставке. Сегодня мы обучаем новые команды, говорю быстро, мало, а то ругается. Чтоб граф из нашего ведома из калитки не выходил, из-за калитки не выходил. Виналя, покажи, пожалуйста. Также обратно. Сначала должен зайти хозяин, а потом собака. Ну, многие знают это, но повторюсь. Пойдем. Пойдем. Игорь, могу я попробовать? Да, можно. Все. Благодарю вас. Так, еще раз скажи. Ну, вообще, само собой разумеющееся. Ты подходишь к калитке, но пока мы только учимся, притормаживаешь, чтобы у него было время подумать, что он должен сделать. Если он не садится, то должен заставить его сесть. Он садится. Ты выходишь, поводок не натягиваешь, как поводок нужен будет для того, если он сорвется, чтобы его за это наказать максимально быстро. Да. Вот. Поэтому доходишь до калитки, он должен сесть, ты выходишь, и без твоей команды, не важно, сколько это будет времени, да, он должен просидеть. А потом мы сделаем, что ты вообще уходишь из поля зрения, он сразу должен сидеть и не шевелиться, не выходить. Перед калиткой сидит, пока не, да, пока не будет команды. Давайте попробуем. Дорогие друзья, чтобы вы понимали, я с работы уехал, чтобы приехать, научиться этой команде. Потому что не только собака обучает, и нас тоже. Пока тупит, можешь ему дать команду сидеть. Сидеть. Угу. Поводок не натянутый. Он даже поможет. Я же могу бросить поводок, Вик? А если ты успеешь, то он будет. Я впервые это пробую. Нормально так? Чтобы он меня не видел. Я сейчас спрячу, чтобы он меня не видел. Можно? Ай, молодец! Ай, молодец! Ну как вам, дорогие друзья? Я аж больше него радуюсь этой команде. Это все благодаря вот этой волшебнице. Покажи ей. Я думаю, что он не очень радуется этой команде. Он-то да, но как я радуюсь, понимаешь, что он это делает. Потому что надо закреплять. Это проблемно. Открывается калитка, он выбегает и убегает. Понимаете, я мучился с этим. Я попросил Викторию. Я не знаю, честно, она в прошлый раз занималась или нет, меня дома не было. Нет, но мы не занимались. Не занималась, да. Вот это первый раз сегодня потренировались, позанимались. И, дорогие друзья, я вам много чего не буду показывать, потому что Виктория не всегда за. Я ее понимаю, и вы должны понять, ты мой сладкий. Теперь я захожу обратно. Граф, сначала я захожу обратно в калитку, а после меня уже граф. Пошли, граф. Можно? Хорошо. Все. Викуля, а можем попробовать без поводка это сделать? Давай еще пару раз сделаем на поводке. Давай. Чтобы я сейчас присесть. Да. Вот все. Я выхожу якобы гулять. Дай мне вкусняшку. Сидеть. Даже не якобы гулять. Вы забыли закрыть калитку? Да. Это в итоге должно работать так. Калитка открыта, а собака не выходит. Все, понял. Бросаю Викуль. Отхожу назад. Да, и пять. Сначала отхожу на назад, он меня видит, и сейчас захожу за угол.
Вы заметили, мы спрятались, он сидит, ожидает. Для меня это очень важно. И со всеми питомцами мы будем эту команду изучать. Можно? Молодец, хорошо, мальчик. Умный мальчик, чемпион, чемпион. Умный мальчик, умный. Ну пойдем, типа, мы с тобой погуляем. Пойдем погуляем, погуляем. Молодец. А теперь, так, Николь, еще знаешь, что вот этот момент, который обязательно нужен как раз, он дергает, он когда мы гуляем, он как этот, знаешь, как пьяный водитель. Право, блядь, пойдем. Ну, с тобой лучше на улице гулять, это будет. Да, на улице еще вот эта команда тоже. Потому что он, знаешь, я иду с ним, социализирую, иду в городе с ним погулять. Он вправо бежит, влево бежит, дергается, потому прыгает. Потому что мы с тобой не делали команду ревно. Он на прогулке вообще не, мы не делали вообще. Он я не просто... должен тянуть поводок да. Вообще. Не должен, то есть на свободе. На прогулке ты гуляешь с собакой, а не собака гуляет с собакой. Ага. Об этом надо помнить. Все теперь это... давайте обратим внимание, когда заходить. Куда пошел? Молодец, Грабчик, молодец, мой мальчик. Еще раз попробуем. Давай еще, ага. Вот с этой стороны доехал. Я выхожу первый, обратно. А посмотрим. Как будто прятки играетесь. Прятки? Это и есть прятки. Покажи, как ты сегодня спрятался. Короче... Один спрятался, один видно. И один выходит! И один выходит! Только отвлекались чуть-чуть, и все. Олег, ну тут время надо, сдергай. Накажи. Еще раз. Еще раз выходи. Ну, что делать? Без этого никак, конечно. Ты скажешь, да он знал эту команду, они хорошо. Повторяют. Они скажут, он знал эту команду, они повторяют. А так, видите, он вышел, значит, он первый раз. Ну, конечно. Не, начало... Олег, первый... Олег, закрывайся. Первое занятие. Или мы только начали, конечно. Это первое занятие, конечно, люди должны видеть, очень что... Очень хорошо, что он срывается. Мы можем обыграть ситуацию, с ней будет получаться. Чтобы у тебя не было вопросов, ко мне не будет. Это конечно, конечно, это наоборот, это мы показываем то, что как есть. Это первое занятие, мы с ним занимаемся, как ты хочешь, чтобы людям объясняешь, сидеть на одном месте, они не могут усидеться, а собаки это... Если вы понимаете, какие глазки он делает, жалкие сейчас. Как будто его заставляет, не знаю, что. Молодец, молодец, молодец. Почему эту команду мы изучаем, дорогие друзья? Вика говорит, когда собака выходит из дома возбужденной, она дальше будет на прогулке вести себя возбужденной. А когда ты сажаешь, собака ждет твоей команды, то она выйдет и будет спокойно гулять. Можно, пойдем. Еще раз. А теперь, Олег, даже не говори ему ничего. Сейчас иди вместе с ним, и если он будет пытаться выходить вместе с тобой без команды, ты его должен делать. Сейчас не говори ему команду, сиди, посмотри, вообще закурил он. Задумается или нет? Вот как только он перешагнет через порог с тебя, ты его должен сделать. Ты вот продолжай идти, если он тормозит. Представляешь? Даже... Не идеально, но по крайней мере он задумался. Для первого раза нет. Для первого раза нет. Не будем уж очень требовать и не будем это все. Ты представляешь? Ты представляете, он перешагнул через порог, как ты это сказала. Я думал, перешагнул. И нужно было, когда он перешагнет, чуть дернуть. Не чуть, а сильно дернуть. Или сильно дернуть. Можно. Хорошо. Да, мальчик. Хорошо, мальчик. Умница. Умница мой, умница. Давай еще разочек. Дай мне вкусняшку. Спасибо. Молодец, молодец. Молодец. Можно, пойдем, можно. Раз. Иди, иди, молодец. Можно, пойдем. Дергай. Заводи Дальше. Обратно, сразу заводи. Угу. И говори нет. Нет. Еще раз. Есть такая же фигня, еще раз думаешь. Вот, видишь, тормозит? Да. Вот. А если сядет, вообще будет идеально. Сядет.
сразу. Так. Дорогие друзья, по-другому собаку обучить нельзя. Мы ей больно не делаем, мы им даем понять, и чтобы она запомнила эту команду. В следующий он раз, прав. А что он не прав. Что да. Он не прав. Кто понимает, они понимают, что мы делаем. Заходи, хвали. Его не выпускай. Подходи, хвали. Внутрь заходи. Молодец. Да, хвали молодец. Его. Хвали. Молодец, мальчик, молодец. Все, теперь выходи молча. Супер. Офигеть, это такое ощущение, как фантастика, знаете, вот. Настолько мне это приятно делать, настолько я даже бросил работу, чтобы вы понимали, приехать, чтобы Вика это обучили. Вы не понимаете, какое я колоссальное получаю удовольствие. Не буду при ней ничего говорить, а то говорю, хвалюсь. Я и так все поняла. Она, да, но я получаю реально наслаждение. Не, это хорошо, когда вот правильно. Ну вот правильно, я без Вики воспитываешь, понимаешь? А когда да. Один говорит так, другой так, третий, четвертый, и его... А собака не виновата, что он не выполняет. Виновата мы, что мы неправильно делаем команду. Вика говорит, если ты его не дернешь, все, что я команды. Делаю, пойдет коту под хвост, да. На смарку. Поэтому нужно своевременно реагировать. Если почему? Мы команды я даем не неправильно, поэтому... Она молодая, но умная. Вредная, но умная. Но я не вредная, а полезная. Ну смотри, аж покраснела, когда сказала не вредная. Саша. Не вредная, а полезная. Молодец. Да нет, нормально, суть-то. Мне понравился. Дорогие друзья, обратите внимание, без команды он не выходит. То есть он ждет команду. Я уже второй раз подхожу, его хвалю, он не выходит, он ждет. Волшебница, признаю согласие. Мы вместе все. Признаю согласие. Общими усилиями. И вот так можно собака сутками стоять и ждать хозяина или нет? Знаешь, должно. Понимаете? Сейчас могу выпустить? Да, ну возьми поводок. Можно? Один молодец! Молодец, мой слюнявый! Мой док, это не питбуль, это док! Каникорс, док! Как только бедного не называют? Каникорс, док! Молодец! Вика, а могу я его здесь отпустить? Давай вот это сделаем, ага. Чтобы все в кучу не собирать. Стой, стой, стой! Нет, я просто... Не, давайте одну команду, а то... Давай, да. Ну мне так нравится, Игнат, я хочу себе сразу, но видишь, не дает. Можно, пойдем. И давай еще разочек без команды, чтобы он не выходил. Прям само собой разумеющееся. А если он не сядет, поднять руку? Ну лучше бы да, чтобы не сядет, конечно. Если не сядет, дергать. Даже не... Попробуем сказать, что надо сделать. Что сделать надо? Думай мозгами. Думай, что надо сделать. Думай. Сидеть надо. Сидеть. А ты хулиганишь. Сидеть. Надо это сделать, доделать. Пока не доделаем, я не уйду. Мы... О, граф. Пару дней можешь не сделать, граф? Пару дней, можешь пару команд? Пару недель. Пару недель не сделать, да? Через пару недель, если Вик у нас останется, мы будем с тобой именно садиться возле двери. Из команды не будем выходить. Ты из калитки не будешь, я с двери не буду выходить. Если научишь все тут большую не выходить, то нормально. Да. Вот мы разговариваем, общаемся, как раздражители. А он ждет. Ждет, конечно. А что, куда ему деться? Три воспитники. Надзирателя. Давай, выключай, дай я попробую сделать, чтобы он садился. Выключай. Так, брал, первая тренировочка у нас по поводу да. Ходить рядом, потому что для меня это проблематично. Я попросил Вику, но сегодня у нас пробная, потому что мы посвятим целое занятие этому. Сегодня просто Вика попробует, как он ходит рядом. И в следующий раз обязательно я эту команду изучу, потому что когда выхожу с ним гулять, это просто невозможно, как он себя ведет на гулянке, на прогулке. Но еще раз. Собачке 11 месяцев, скоро годик, поэтому я думаю, что этот результат хороший, все исправимо, главное желание, трудолюбие и любовь к животным своим. И не только к своим, дорогие друзья. Вот, вот Вика первый раз с ним гуляет, обратите внимание, первый раз я ее попросил, но это, я еще раз повторюсь, пробная прогулочка. Смотрите, ну какой же он аферист, а посмотрите, как он с ней ходит, я просто не могу, смотрю, я ей завидую белой завистью.
Не, ну так нечестно, Вик. Я мучаюсь, а ты... Это настоящий кабель, он не может... Устоять перед красивой женщиной, да. Перед твоими чарами, молодец. Перед твоими чарами мало кто устоит. Ну, давай еще кого-нибудь. Кого-нибудь? И собачек мне что-то? Ну, побежал. Так, дорогие друзья, я вам только буду графа показывать сегодня. А потом остальных.